Шесть проектов приоритетного направления эко-нефть Казанского федерального университета поддержаны грантом Российского научного фонда. Грант предполагает финансирование сроком на 3 года с возможностью продления. Один из проектов направлен на исследование процессов окисления и разработку катализаторов внутрипластовой переработки. Метод способствует увеличению эффективности добычи тяжелой нефти. В эту скважину подается термогаз, то есть горячий воздух, который несколько подогревает нефть. При нагреве вещество изменяет свои свойства, соответственно, облегчается при определенных процессах. И таким образом уже данная легкая нефть добывается из скважины традиционным методом. Помимо эффективности, данный метод является более безопасным для экологической среды. При применении традиционных методов добычи тяжелые металлы, находящиеся под землей, существуют в виде солей. При добыче они могут быть вытеснены в подземную воду. При применении технологии внутрипластового горения данные металлы переходят в форму оксидов. Они не оказывают столь пагубное воздействие, в отличие от солей. Ну, таким образом, можно проводить добычу не только эффективным способом, но также и более экологически безопасным. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.